Качественные продукты от производителя до потребителя. Какой путь проделывают кондитерские изделия, крупы, консервы, соки и лимонады, прежде чем попасть на прилавки магазинов? Кто отвечает за сохранность качества товаров и доставку до конечного пункта? Об этом в нашей программе. Это Чебоксарская универбаза. Продукты отсюда развозят по всей республике. Первые укомплектованные товарами машины отправляются в районы ранним утром. Чебоксарская универбаза является логистическим оператором системы Чувашпотребсоюза, которая включает в себя более 1000 торговых точек и 200 предприятий общественного питания. Мы занимаемся снабжением всего этого огромного количества магазинов и точек общественного питания. Мы делаем все, чтобы наши предприятия, даже самые небольшие магазины в самой удаленной части республики, могли получать всегда вовремя свежую продукцию. Безусловно, во многом качество продуктов зависит от условий хранения и перевозки. Склад универбазы – современная площадка, оборудованная в соответствии с международными логистическими стандартами. Территория составляет 72 тысячи квадратных метров, а площадь складов – 22 тысячи. Сегодня это современное предприятие, полностью автоматизированное, совмещенное с автоматизированными магазинами Чувашпотребсоюза. Работаем круглосуточно для того, чтобы своевременно качественную продукцию довести до каждой отдаленной точки Чувашской республики. Каждый месяц через этот склад проходит порядка 800 тонн продукции. Перечень товаров согласовывает ассортиментный совет Чувашпотребсоюза. Контракты с производителями прямые, без посредников. Это позволяет не завышать цены для потребителей. Общий ассортимент на складах у нас составляет более 2500 наименований продуктов питания. А это более 90 прямых контрактов. Это контракты у нас как федеральные крупные производители, так и местные. Конечно же, мы делаем основной упор на местных производителей, особенно на предприятия, производственные предприятия Чувашпотребсоюза. Это такие известные предприятия, как Ядринский мясокомбинат, такое предприятие, как Комсомольский кооператор, хлебозавод Красноармейский, Цивильский хлебозавод, ООО «Каравай» Ядринского райпо, Аликовский плодокомбинат и Красночитайский янтарь. Продукция, произведенная на предприятиях Чувашпотребсоюза, отличается всегда свежестью, качеством, проведена полная автоматизация. То есть на сегодняшний день мы знаем на складах, где что лежит, в каком количестве, какой у нее срок годности, и стараемся всегда делать правильную ротацию для того, чтобы покупатель всегда приходил свежий, качественный продукт. Стеллажная автоматизированная система на складах универбазы позволила минимизировать участие человека в этом сложном процессе. Хранение и ассортимент товаров практически полностью доверены компьютерной программе, которая подсказывает, где на полках разместить товар в зависимости от сроков годности, помогает поддерживать необходимое количество продуктов питания. У нас сейчас одно из самых современных предприятий в Чувашской республике. К нам приходят и учиться, перенимать опыт из соседних регионов. Наше оптовое предприятие среди всех предприятий Центросоюза Российской Федерации является передовым. У нас самая современная логистика. Удобно людям, удобно нашим покупателям, которые нам доверяют, которые знают, что универсальная база Чувашпотребсоюза всегда привезет им качественный свежий товар. Работа на складе кипит круглосуточно. Продукты для погрузки в каждый магазин формируются в основном в ночное время. В течение дня торговые представители посещают магазины системы Чувашпотребсоюз и совместно с заведующим магазином формируют заявки. Далее в онлайн-режиме они скидывают заявки в нашу учетную систему. На основе этих заявок формируется реализация и копится в нашей базе. Вечером после 17 часов транспортный логист на основании поступивших заявок формирует маршруты движения транспортных средств. В среднем в день мы
отгружаем от 15 там, до 20 машин. Так что уже ранним утром водитель совместно с кладовщиком еще раз сверяют все по накладным, и машины отправляются в районы республики. Автопарк «Универбаза» — это только новые современные машины. Здесь нет автомобилей старше 5 лет. Каждая оборудована системой ГЛОНАСС. Это позволяет прослеживать маршрут и корректировать его при необходимости. Машины с продуктами приезжают в магазины в районах республики несколько раз в неделю. Мы думаем уже о будущем, когда нужно вкладываться в дальнейшее развитие. Мы никогда не стоим на месте, постоянно следим за тенденциями в плане логистики, в мире логистики. Ездим на различные выставки, смотрим инновации, по возможности стараемся их внедрять. Важный момент. Качество поступаемой и отгружаемой продукции контролируется на каждом этапе. При приеме от производителей, при комплектации товаров и непосредственно в торговых точках, когда водитель передает продукцию продавцам на месте. Товар у них в неделю 2-3 раза приходит, когда как, если нужно, может каждый день приезжать. Качество у них товара приезжает в коробках. Все в таре, не помятые, все в хорошем состоянии. Чебоксарская «Универбаза» и Чувашпотребсоюза мы работаем уже давно, более 20 лет. Раньше работаю, когда Чувашпотребсоюз до перестройки еще она работала, всю республику обеспечила. И эта работа также продолжается. Ежегодно у нас более 300 миллионов товарооборот составляет. Основная продукция, вот продукцию ликероводочного завода мы покупаем через «Универбазу», колбасные изделия через ядерный мясокомбинат, ну и другую продукцию тоже. Маргауская РЭПО является членом ассортиментного совета при «Универбазе» Чувашпотребсоюза. Очень удобно работать, вовремя доставка, накладные вовремя. Самую независимую оценку качества товаров и услуг могут дать только потребители. Внешний вид хороший здесь. Очень хочется приходить почаще. Ходим мы сюда. Нравится. Свежие только недавно, 2 дня тому назад, вот эту трубу купила. И вот сейчас пришла тоже. Нравится, вкусные. Обслуживание хорошее. И чай можно купить, и фрукты можно купить, и печеньки можно купить. Все упаковано, все в надлежащем порядке. И позиция, ассортимент, как бы, и тоже как бы расположение удобное. Мы предпочитаем покупать продукцию местного производителя в связи с тем, что все-таки оно качественное, состоит именно из натуральных продуктов, ну и внушает доверие. We'll be right back.